ЦСКА и сборная Канады. Илья Петрович Воробьев, главный тренер Магнитогорского «Металлурга», и Вилли Дежарден, главный тренер сборной Канады, подведут итоги игры. Вилли, вам слово. First, I'd just like to thank the Sochi organization and the people here. It's an outstanding place, and you know, I certainly enjoyed seeing it. And the tournament itself was outstanding. Like every game we played was a tough game. That's the same for tonight. I thought that game was a hard game throughout. Every shift was hard. The game could have gone either way, and we're fortunate to get the win. And you know, but it was a tough game. Ну, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо оргкомитету Сочи. Мне понравилась организация турнира, все как проходило, все процессы. Город успели посмотреть, все было здорово. Что касается игр, абсолютно каждая из них была тяжелой. Сегодня выкладывались ребята в каждой смене. Ну, опять игра была тяжелая. Я считаю, что нам просто повезло. Илья Петрович. Все, в принципе, могу только повториться. Спасибо ХК Сочи за турнир. Очень хорошие соперники. Сегодня была для 9 у нас сегодня, да? Для 9 августа сегодня такая очень уж взрослая игра была такая, и очень хороший темп такой уровня сборной. И мне понравилось, как мы играли. Ну, один гол в стиле Гранлунда. Там марки печатают, решил. Ну, такое бывает на этом уровне, поэтому вот так вот. Спасибо. Коллеги, ваш вопрос. Антон Руднев, sports.ru. Вопрос Уилли. Есть ли в этом составе уже игроки, которых вы видите в Пхенчхане? Yes, I would think there's going to be, I'm not sure, there'll be, I would think 7 or 8 players for sure, maybe more off that roster that'll end up in Korea. And I did like the players, I liked their effort. I was proud of how hard we played. Но на данный момент я могу сказать, что несколько игроков однозначно попадут из тех, кого я видел на этом турнире. Возможно, больше. Несколько обычно в Северной Америке означает 2-3. А вообще мне понравилось опять команды, как ребята выкладывались. Еще вопросы? Александр Сулаев, хоккейный клуб Сочи. Илья Петрович, сказалось ли то, что команда была под нагрузкой и под тяжелыми физическими нагрузками на результате? Да, я, знаете, это при всем уважении в Советский Союз не играют, знаете, под нагрузкой, без нагрузки там. Ну, все сейчас работают, все тренируются, естественно, не мы одни, я не знаю, там. Мы играли сегодня с хорошей командой, сборной Канады, какая бы из КХЛовских, в принципе, создана иностранцев, да, КХЛовских, там Швеция, Швейцария, что бы то ни было. И я говорю, что за эту предсезонку пока это наш был лучший матч, и я недоволен, естественно, результатом, я не могу им быть доволен, но я доволен, как моя команда выглядит. Спасибо. Еще вопросы? Вопрос для Ильи Петровича. Скажите, пожалуйста, на следующем турнире вы планируете и дальше наигрывать тройку Косово в первом звене или будете искать другие варианты? Ну, мы будем смотреть, да, и думать, и искать. Может быть, найдем мы более лучший вариант, но на самом деле, что выбор-то такой, понимаете, Дениса у нас нет. Так, скажем так. Спасибо. Коллеги, еще вопрос? Что ж, спасибо тренерам за игру. Всем вам за работу. Ну, спасибо вам тоже. Good luck in some pits.